На лекарства якутянам порой приходится тратить немалые средства. А для многодетных и малообеспеченных семей зачастую выделить деньги на необходимые препараты не представляется возможным. Желая снизить бремя дороговизны на лекарственные препараты, администрация Мирнинского района выпустила социальные карты. Является ли эта мера поддержки значимой для многодетных мам, узнала Тамара Бессмертная. Все социальные карты номерные. Это своего рода сертификат на муниципальную льготу. Лекарственное обеспечение на сумму 5000 рублей. Их в этом году выпущено 100. Они предназначены для малообеспеченных, многодетных, инвалидов, пенсионеров, в общем, для социально незащищенных слоев населения. Для того, чтобы подать заявление, нужно приложить к нему определенный пакет документов. Об этом можно узнать или в отделе медицинского обеспечения, или в управлении социальной политики и администрации района. Вся информация размещена также и на сайте. Программа по улучшению лекарственного обеспечения действует в районе с 2014 года, но в этом году было решено дать компенсацию социально незащищенным семьям. Сумму в 5000 необходимо потратить до конца года. Наличными она не выдается. Карта номерные, да, фамилия. Ну, она не фамилия, она номерная, то бишь держателя карты номер, а у нас в базе под этим номером стоит фамилия и все, ну, как бы об этом, все сведения об этом человеке. То есть я так понимаю, что 500 тысяч до конца года, вот это та сумма, которую взяла на себя районная администрация для того, чтобы облегчить бремя таких людей? Да, в какой-то степени помочь людям, именно на полмиллиона администрация взяла на себя такое бремя. Персонифицированный компьютерный учет исключает покупку лекарств сторонними людьми. Сумма покупки вычитается из общего баланса. Вот, например, по карте 261 такой-то клиент, кредит у него 5000, была совершена покупка на 250 рублей, остаток составляет 4750 рублей. Для тех, кто не получил карты, повторяем, выдача происходит в отделе льготного обеспечения муниципальной аптеки номер 66. Тамара Бессмертная, Роман Ларин, телеканал «Алмазный край».